Привет, я Саша, мне 23, и мне жутко интересно жить. Я учила литературу, я учила историю, я учила либеральное искусство. Это просто были знания, которые помогали мне стать более интересным человеком. В итоге своей жизни я очень хочу вернуться в Беларусь и что-то здесь сделать существенное. Учившись в Нидерландах, в Калифорнии, это то, чему меня научили, что мне нужно в первую очередь прийти и сказать, чем я не согласна, и доказать им свою точку зрения. Я кайфую от того, что с утра я учу медицину, а вечером я иду на рейв или пишу статью о том, как я съездила на Полесье и обрабатываю свои пленочные фотографии. Когда у человека нет одного определенного ярлыка, он свободнее, он волен решать, кем он сегодня будет.